стрелять. Давай сейчас попробуем. Привет, друзья, с вами Раш Танезука. Сейчас мы попробуем кооперативный режим в игре Uncharted 3. И какого черта мы пошли без оружия? Меня слышно? Мы нашли последний. Кое-как слышно. Лазаревич будет доволен. Готовьте контейнер. Лазаревич? А теперь-то он что ищет? Надо узнать, что в контейнерах. Так, я кем играю-то? Я Дрейком играю, а ты Салли. А чё у нас оружия нет? Блядь, нихера нас гранаты ебануло. Отлично сыграли. Просто супер. Так, давайте как-то нормально. Блин, надо лучше вдвоем, он там щемится с хрен знает куда. В укрытии не прячься, не забывайте. Кружок. У меня не прячется за этот долбаный. Не, я думаю, мы это не пройдем на такой сложности сейчас. Надо хотя бы попробуй, давай. Размяться сначала. Не, ничего, 10 смертей здесь, что ты? Пойдем, побежать в круг. Так, возьмем калашников. Драза их по воздуху вывозит. Похоже на то. Давайте вскроем. Замок можно снести прикладом. Сейчас, короче, один будет скрывать, а остальные должны прикрывать его. Вот пускай он, короче, тогда вскрывает, а мы будем стрелять. Ни хрена, он убежал куда-то. На мосту, берегись. Это что, нажимать? Подожди, сейчас враги противники попрут, по ним стреляем. Лучше он сверху уже стреляет. Все, меня убили. Убили? Сейчас я, подожди. Да. Вон они. Ну тут, конечно, он уже дробовиками тут эти, блядь, бронированные черти. Меня он тоже грохнули. Тут надо, чтобы хотя бы один выжил, мы потом воскреснем, типа. Я знаю, блядь, я сейчас убью. Ай. Не будет. Ну, блядь, со всех сторон все пиздец. Ну, жесть, да. Там жизнь, 10 дней жизни. Сейчас. Так, ну что тут у нас? Надо где-то прятаться, я не знаю. Как нажимать? Блядь, блядь. Гранату кидай, не забывай. L2. Сзади еще заходят. А! Помоги мне! Меня грохнули. Вообще нам надо куда-то подальше, чтобы отступить туда в самом начале уровня. О, все, капец. Как их мочить? Куда их стрелять? В голову, что ли? В голову? Ну, блин, представляешь, последняя сложность. Они тут все бронированные. Надо куда-то ныкаться вообще в начало игры. И оттуда их шмалять. Ну, они и сзади вылезают, блин. Полюбас надо отсюда мочить. Да что ты, елки-палки? Пипец, они повсюду. О, просто. Одного замочил. Я погоню. Блин, сзади хер. Сейчас пошли. Че, отстрелялись? Я. Блядь, толкнул. А, убили, блядь, сверху. Там смотри, с этими, с бронированными вообще схватки нельзя. Руками мочи, да и все это. Это обычных, которые в шапке. А если бронированный, то он тебя замочит сразу в рукопашку. Че, там этого опять задушили, епта. Конечно, не бронированные. Хуя не прыгают, как ниндзя.
блядь. Фига, он меня застрелил, походу. Это как-то так. Кто? Ну, этот наш напарник, по-моему, он меня застрелил. Да? Хотя не знаю, вот сейчас меня вылечил. О, прошли, что ли? Охуеть. Сейчас они еще могут полезть. Чем мочить тут? Треугольник нажимай, он нажимает треугольник, видишь, жди. Ты уже ничего не сделаешь. Ага. Ну это еще самый начал только. А ты проходил, да? Сложно здесь? Блин, не проходил я. Я на какой-то там, может, на среднем проходил. Кусок какой-то резной каменной плиты. Ее раскололи на части. Давайте поищем остальные. Держи. Взялся? Да. Как обычно, дамы вперед. Тут сейчас как только попрут оттуда, блин. Пишите, не надо. А у нас 4 жизни осталось. А где ты видишь? А, да, утром будет не сладко. Они сейчас совсем хорошие. Как мне теперь подняться? Чувак. Ты что, вниз упал, что ли? Да, вот здесь есть. Блять, этого убили опять. А-а-а, я тоже вниз свалился, хотел ему помочь. Вот тут лестница есть. Да-да-да, вижу. Попробую успеть. Ага, тут, блять, опять бронированный. Ну давай! Вот. Стреляй ему в башню. О, все, я попал. Вот вам. 25 даже. Подожди, дождь. О, 3000 мне дали. 30 дали. Пес, блин, вообще. Стреляй, ранее. Бронировка бед. Давай я рядом, нет, поставь. Да, ты тут уже тоже валяешься. Сейчас иду. Да. Хотя он тут бронировал, во, убил его, молодец. А поставь на треугольничку, на чё? Треугольник, да. Блять, вот эти вот в масках, с ними драться нельзя, не сразу тебя хватает. Лёх, спасибо, быстрее, пока он меня не взломал. Сзади ударь его. Ударь его быстрее. Отлично. Ой. Задыхаюсь. Блять, его схватили. Детей у тебя не будет. Так, сохранение, так, что ли? Потихоньку. Да, да, да. Кое-как выжили вроде. Ну главное всем сразу не сдыхать. Ну да, да, да. Без впереди. Идемте. Помнишь, это из старой серии уровень? Да? А, да, да, да. Там сейчас вообще будет жесткач. Раньше красные стояли, фини, по ним мочим, да и все. Да, тут мины. Это еще начало, тут будет еще тут идти, тут час надо проходить. Да. Полюбасу жизни все равно не хватит. Вот этих особенно замучаешься мочить. Да, это из первой части. О! Да. Терминатор вышел на тропу войны. Там вон баллоны с газом есть, можно по ним стрелять.
Бля, вот снайпер это тоже жопа. Беги, а тут сейчас взорвешь. Гранаты кончились, блин. А что там вышло? Какая-то фигня какая-то. Бля, у него это... Можно гранаты откидывать в его сторону треугольником. Бля, по мне, нет, да? Блять, патроны кончаются. Да что такое, а? Опа. А. Блять. Нужная штука. Блять, а она ворует. Надо снайпера снять нафиг. Снайпер, да, но она что-то под патроном. Черт! Меня подбили! Кто там валяется? Там валяешь. Не. Мне туда к нему не подобраться, нафиг убьют всех сразу. Да лучше здесь, пока издалека отстреливаемся. Все, вон там, один головой, голову. Не, сейчас еще полезут. Вот он к ящику еще подойдет, постучит по нему. Патроны собирать надо, бля. Что-то от калаша ничего нету. Он полез, вон они. А, блядь. Давай ты стреляй, я тебя буду прикрывать. Ага. А он где сзади уже? Блять. Блять, патроны. О, где он? Ща, погодь. Где-то тело-то. Бля, у меня все патроны кончились. А-а-а. Все, меня убили. Тебя что ли? Не-не-не-не, все нормально. Ты выживешь. А тут тело у меня напало. Взял другую пушку. Да, да. О, отлично, он чувака досанул. Вот интересно, что тут сверху, если залезть. Вот снайпер. Снайпер там. Да, его кто-то взорвал. Могу я тут тоже посидеть, поснайперить, в принципе. Есть там враги-то еще? Еще чуть-чуть. Вроде нету. А где патрон-то взять? У меня что-то 5 патронов всего. Еще чуть-чуть. Я думаю, еще должны вылезти. Опа. Точка сохранения. Ну что, все, никого нету? Нету вроде. Тогда я спускаюсь. Да что такое? Давай. Застрял тут. Блять, еще пистолет надо какой-нибудь взять, ну ладно. Так. Так. Спасибо. Другие контейнеры отвезли в лагерь. Блять, только давайте осторожней. Это Драза, форменный псих.
как и его босс. И моя мама. Откуда полез? Так, так, надо вспоминать, что тут делать. Так, сейчас нам будем. В бокс идти, здесь это, в бокс, здесь ничего не будет. Да-да-да, я знаю, знаю, просто так, смотрю, что куда тут. Куда он побежал? От жизни осталось две, это он там тратит, что ли? Мы же ни разу не убились. А, наверное, да. Он же его ранили, он там встречает. Мы же его не это самое, не спасли. Да-да-да. Сука! Сейчас я вышибу тебе мозги! О! Пистолет взял. Не лезь, ты так подпускай. На, сучара, на! Опять там его. Тут губа, сука! Блять, я сейчас его там взорву вместе с остальными. Давай, 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 чувак, оживай. Не трать наши жизни. А, меня ранили, бля, хотел это схватить. А кто тебя там? Прокутил. Сундук хочешь взять, что ли? Взял, да, хотел взять, а мне хоть бомбу кинул и все. Ну ладно, так, я его взял. Серебряная смерть какая-то. Тут надо их три штуки, походу, собрать за весь раунд. Череп дали, мне череп дали. И мне тоже дали. Череп? Она всем дает, наверное. Наверное. А, бля, вон он тут. Повис, блядь. Блять, я не то взял, ну-ка. О, черт. Граната! Опа. Кого, тебя? Я. Черт. А, что, граната взорвется. Прошли еще. Так, идем по шлангу дальше. А? Точка хранения, давай. Так, идем сюда. Сейчас там самая жесть в конце будет. Ну, да, где там вот этот бывает. Домик такой будет деревянный. Не высовывайтесь. А, да, там деревянный дом. Еще два контейнера. Там корабль какой-то. Ты со мной? Чувак, да? Нет? Эти ребята вооружены до зубов. Тут, короче, надо вот вечные пират стоят тут около брёвен. Надо лучше к ним пробираться, ну, снайперку брать и всех снимать. Я вот попробую сейчас сразу. Ну что, когда стреляем, нет? Не, а пошли. Там видишь. Ай! Блядь! Вот тебе! Помоги! Блять, его там взорвало нахуй. А я голову бил. А вот эти все позиции три занять, желательно на верхотуре. Где хоть на верхотуре? Ой, блядь, я спустился. Ай, все пиздец. Кто меня стреляет, блядь? У меня патрон нет, ничего. Все, меня убили, не надо. Ну вот, вообще убили, что ли? Да не-не-не, я исключаю. Это какой-то я тут взял. А, где с другой стороны, сука, это прячет. Я что-то никого тут не вижу, сейчас засел, блин, как это. Не, я кого-то убил, тут два троих. А, кто стреляет? Класс. У меня какая-то отдача за откуда, вообще такой не знаю. Лечи чувака там. Я всех измочу, в руках пасту, чё, блядь. Надо открыть этот ящик. А, меня ещё ранее убили. Сейчас этого убьют, последняя жизнь. Надо. А, всё, всё, его убили. А, всё, убегай, убегай, убегай. Так. Всё у нас, нет, две там же написано, но это оно. А-а-а, меня мочат. Быстрее, сука. Все, у нас последняя жизнь осталась. Вроде ничего, привык, и так ничего идет.
бегаю как дурак вперед. Ничего у меня в руках. Так. Я тут на вышке, короче, занял место. Да? Буду со снайперки тут отстреливать пока. Тут все, мы прошли на две самочки. Ничего не прошли еще. Тут еще знаешь, сколько сейчас будет врагов, ты че? Да. Тут сейчас вот попрут, как эти. Ничего. Не знаю, как кто даже. Да. Ты наверху, да, там? Все, появились. А, нет, еще нет. Да, уже иду, все. А, идут, я пока просто никого не вижу. А да, вот уже блядь, вижу. Меня уже тут все. Все, начал били. Не парьтесь. Ай, блядь, не беги. Черт, не вышло. Че там у нее не вышло? Я понял, он там все бьет. Еще чуть-чуть. Ну, открывайся. Так, контрольная точка. Покончим с этим. У нас еще один. Покончим с этим. Блять, меня кто-то гранатой ёбнул. Лёх, спаси, я на вышке, быстрее. А, блядь, всё, блядь. Только не это. Ништяк, не там, по-моему, кто-то с гранатометом вышел. Или... Прошли, что ли? Да нет, тут последняя жизнь, видимо, или что тут у нас? Последняя попытка, наверное, идет. Блядь, что ты не лезешь на вышку-то, ебаный в рот. Давай лезь. Акула. А, там с ракетницей, мудак. Где? Да вот нас за бревном. Там их два. Блядь, мне в него не попасть нихуя. Давай, я к нему. Ну вот наверху они сидят, короче, в трех местах. Они сейчас будут вылезать тут периодически. По центру-то я могу прицелиться, а вот рядом со мной вообще мне никак. Ты где хоть там сидишь, а вон ты? Со спины заходят, берегись! Сзади где? А где вроде хуй? Так, идет один. Готов. Что-то никого не вижу больше. Ага, вон идут сзади. Вон он, за деревом. Сейчас я его выкрыл. Одного убил там за деревом. Готов. Готов. Гранат я тут убил. Бля, сука, с ракетницей. О, чуть не убил меня. Сейчас меня убьют. Ты внизу что ли? Бля, там этот тоже подыхает, хер. А, меня сейчас тоже убьют, все. Блять, не успел я, сука. Блять! Все игроки погнали. Все, все, просрали мы полностью раунд, короче. А это уже конец был самый. Все, уже конец был? Да, это был последний. Все, сейчас бы отбились и все. Блин, давай еще раз. Сейчас сыграем.